Всего на форум съехались 7500 глав муниципалитетов со всей России. Вместе они обсуждают, как сохранить ценности, родную культуру. Говорят о возможных инструментах в управлении территориями. Это обмен опытом. Участники могут задать вопросы руководителям федеральных министерств и ведомств и перенять у коллег полезные инициативы. Форум проводится по поручению президента России Владимира Путина для того, чтобы сплотить руководителей всех уровней. У Хакасии накопился ряд вопросов, которые они смогут обсудить на форуме. Мы связались с Анной Мадисон, главой Рассветовского сельсовета, которая сейчас находится в Москве. Для меня было очень важно встреча с министром культуры Российской Федерации с Ольгой Борисовной, потому что мы реализовываем проект «Национальный культура, Дом культуры наш в Рассвете». Для меня это было очень важно. Произвел впечатление для всех участников площадки Хаснулин Марат Шакирзянович. Просто главы регионов, которые делились своим опытом по взаимодействию, по реализации национальных проектов. И самое главное, это работа и взаимодействие всех уровней власти. Вот здесь, я думаю, все главы, которые присутствовали, они понимали, это боль у каждого, да, такая, что акцент сделали, что именно правительство Российской Федерации, все, что задумано, все, что дает поручение, все указы президента, они по факту реализовываются на местах. И люди оценивают работу и поручение президента как раз по тому, как это все реализовывается в каждом сельском поселении. Кстати, на этом же форуме Алтайский район Хакасии представит свой проект на премию служения. Сегодня станут известны результаты. 30 лучших получат федеральное финансирование. Отметим, что проект от нашего региона уже вошел в топ-100.